30-летняя Кайли Малкахи, Кайли Малкейхи, из Австралии раскрыла секрет своей невероятной потери лишнего веса. Девушка попрощалась с 6 размерами, отказавшись от некоторых продуктов. Жительница города Вуллонганг, недалеко от Сиднея, давно мечтала выйти замуж. У Кайли наконец появился возлюбленный. Однако сама мысль пойти в свадебный салон вызывала у нее ужас. Малкахи начала поправляться после 20 лет. В итоге она дошла до планки 120 килограммов. «Я помню, как думала о том, что когда-нибудь выйду замуж, мысль о том, чтобы пойти в магазин свадебных платьев, пугала меня. Я знала, что ничего мне не подойдет, и люди будут насмехаться надо мной», — призналась девушка. Она пыталась похудеть с 2016 года. «Я тренировалась с личным тренером в спортзале. Он написал мне план диеты с белком и овощами. Я потеряла первые 15 килограммов, заменив часть еды на коктейли. Но на этом все, я не могла больше сбросить ни килограмма», — рассказала Кайли. Ситуация изменилась, когда девушке в 2017 году поставили диагноз синдром поликистозных яичников. Диетолог велел ей отказаться от молочных продуктов и глютена, чтобы справиться с уровнем инсулина. Ее новая диета с низким содержанием углеводов и сахара в сочетании с физическими упражнениями привели к резкой потере веса, сообщает Mirror. В 2018 году Малкахи уже смогла со спокойным сердцем отправиться в салон. К тому моменту она сбросила более половины своего веса. Австралийка распрощалась с 55 килограммами. Девушка похудела по австралийским меркам с 20 размера до 8, с 58 до 42 на российской схеме. Кайли с облегчением почувствовала себя влюбленной в первое же платье, которое надела. Оно оказалось впору. Это так круто, иметь возможность примерить что-то и идеально вписаться. Я могла выбрать любое платье, и это было прекрасное чувство, поделилась своим счастьем австралийка. В марте этого года девушка вышла замуж. Малкахи призналась, что ее родные плакали от того, как прекрасно она выглядела в день своей свадьбы в облегающем платье. Спустя 8 месяцев после свадьбы супруг Кайли заявил, что она самая красивая девушка в мире. Кейтлин из Нью-Йорка начала худеть после того, как врачи поставили угрозу диабета, проблем с сердцем и давлением. Она сбросила 35 килограммов на кето-диете. Еще одна поклонница этой диеты смогла распрощаться с 47 килограммов. Многие звезды экстремально худеют после перемен в личной жизни.